Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковочка. Вот в таком пакете пришло три неодимовых магнитов. Дали им просто магниты. Вот так вот они их упаковали. Заказал я их для этого чехла. Сначала заказывал такие, наклеил, но телефон их отдирает от этого. Клей не держит их. Хочу вот эти вот магниты, которые здесь встроить сюда вовнутрь, и переделать. Так. Надо все это как-то... Блин, то тут... Да вот и ее мать. Это как-то надо. Вон она, сейчас родится. Ей-богу. Лунтик он родился, блин. Да что ты? Тяжелый роду лунтика. Конечно, упаковали конкретно. Вот такие вот магниты. Три штуки их. Сейчас мы их проверим на прочность. Так, ну. Везде в комментариях пишут, что они как бы покоцанные. Но они вот уже никелированные. Это уже коцанные, все это уже никелированные. Отдирать их друг от дружку не рекомендуется. Вот они сейчас так на расстоянии. Ну, вроде как не сильные магниты. Ну а так они это. Ну, должны держать. Делаю я вот для этого телефона, который сейчас снимаю, вот этот вот. Вот. Ну, вроде так это. Нет, они слабоватые как-то. Не знаю, как будет с телефоном, но они как-то слабоватые. Вот такие три штуки магнитов. Вот эти вот магниты, они посерьезнее. Хотя, что-то они друг с дружком жениться не хотят. Фиг их знает. Первое ощущение, что они как-то слабоватенькие. Я не знаю, как будет на них телефон держаться. Посмотрим. Это вот потом уже испытаем. В комментариях опишусь, в комментариях в это в описании отпишусь, что из себя они представляют. Так вроде как они. Не знаю, я даже не пойму, но вот эти вот магниты, они вот эти вот магниты, которые, они гораздо, по-моему, мощнее, чем один вот этот. Говорят, что 1 килограмм. Один магнит вот этот вот выдерживает. Мне их нужно поставить парно вот так вот. Да. Ну давай ты как-нибудь. Вот. Их нужно поставить вот так вот парно. То есть это 2 килограмма должно выдержать. Ну вот так вот. По краю тут. Вроде так не хиль магнит. Что сказать? Посмотрим. Не знаю. Дин-дин-дин-дин-дин. Вот можно примерно оценить, что они себе представляют. Вот так вот, когда они... Надо прикладывать усилия, чтобы их разлепить между собой. Так вот их просто сдвигаешь и все. Как на разрыв они будут, не знаю, телефон покажет. Тяжеленькие, как положено. Вот, кстати. Ну не хило так, вроде. У меня железки под руками. Нету пошире. У меня тут лезвие есть. Как они
будут как раз плоскостью. Блин, ну как-то есть ощущение, что они дохленькие для этого. Посмотрим, 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 посмотрим. Испытаем все это. А, отвяжись. Так что в описании будет ссылочка и конкретно их описание, что они как, нормальные, ненормальные. Напишу нормальные, значит нормальные. Так я, блин, ну вот эти вот, я не знаю, ну эти неудобно как-то раздирать. Ну, блин. Блин. Геморрой есть. Они не разъедетяются. Идите, тихо, мать. Блин. Так, вроде нехилые. Нормально. Так вот. Разорвать тяжко. Так что то, что там в комментариях пишут, что они слабые. Ну, не знаю, я как-то сомневаюсь, что они слабые. Ну вот так вот на разрыв. Сейчас мы возьмем бумажку. Даже бумажку порвем. Раз бумажка. И два бумажка. Один магнит снизу. Другой сверху. Так. Смотрим. Как-то они все-таки хиленькие. Я ожидал, что вот эти вот магниты действительно они сильнее. Эти хиленькие, хиленькие, хиленькие. Посмотрим. Все, спасибо за обзор. Не забывайте подписаться на мой канал. Не забывайте делиться моим видео. Это мне своего рода, как говорится, поддержка для меня. Делиться как в социальных сетях. Берете, раскидываете все. Как говорится, взяли, поделились среди друзей, среди социальных сетей, там в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, у кого как. Это мне очень здорово поддержит. А я, как говорится, буду снимать еще какие-то видео. Супруга у меня приглядывает что-то там на Алиэкспрессе. Может быть, что-то закажем. Покажем вам, как это все. Ну и смотрите мои предыдущие видео. Спасибо вам за внимание. До свидания, до новых встреч.